Взаимодействие с программными модулями помогает усилить, восстановить, сформировать и выстроить новые нейронные связи между зрительным, слуховым и тактильным восприятием учеников, в том числе и особенных. Модули развивают логическое мышление учеников, их память и пространственное мышление, способствуют развитию выносливости внимания учащегося, развивают способность фокусироваться на решении интеллектуальных задач в более длительное время. Через мелкие мышцы рук и пропевание сольфеджио идет развитие речевых центров учеников,